я ратую за то, чтобы отдавать сразу все. Потому что они у нас конструктором таким, то есть да. Как бы это не... И как это было, например, после беременности, постановления после беременности, и как это будет сейчас, то есть ей будет сейчас нами, да, чтобы давать обратную связь. Сегодня чудесный день, мы пойдем в парк. Я вчера провела долгое время в парке с Авророй, и сегодня мы опять пойдем, она будет спать, и я буду смотреть на деревья и созидать. Так что да, такой у нас план. Еще мы сегодня с вами напишем астрологу. Я хочу устроить созвон с астрологом. Моя подруга Аня дала мне номерок, и я первый раз в жизни пойду к астрологу. Я прям чувствую, что мне надо. Я, кстати, хотела поставить камеру и снять, как этот созвон пройдет, если у меня будет возможность. Потому что я с телефона буду звонить, я придумаю. Ну, посмотрим. Если не сниму, я все вам расскажу. Вообще, должна сказать, что я вчера не сидела в телефоне все утро практически. Ох, солнышко. И это было волшебно. И сегодня я посидела, мне уже не так хорошо ментально. Но у меня самое больше, типа, пик моего вдохновения приходится на утро. И поэтому я люблю заходить в телефон и работать с утра. Но это влияет на мое самочувствие. Что там? Трава? Это твой рай. Куча соринок всяких, да? Вырвались. Такая жара, ребят, вообще. В зеркало. Аркадия сняла. Уже следующий день. У нас очень доброе утро, на самом деле. Мы, возможно, нашли няню для человечка. И это просто прекрасный, чудесный человек. Аврора корчит рожицу, всем улыбается. У нас день номер два в парке. Аркашка сегодня снова работает. Уже третий день мы проводим на природе. Мы сейчас гуляли с Аркашкой и обсуждали то, что нам нужно запускать в подкаст, где мы будем обсуждать и родительство, и просто все на свете. Но именно вот мы вдвоем сидим и обсуждаем вещи. Как вам такой формат? Слушали бы вы? Напишите в комментарии, пожалуйста, мне интересно. Как тебе парк? Хорошо, да? Мы с тобой лесные жители. Погода, жарища, вообще класс. Кто-то не захотел спать, поэтому мы пришли нарушать покой отца, который работает. Но мы сейчас опять попробуем уложить себя. Мама поест салат, и мы пойдем дальше гулять. Сидим, мечтаем о море. Все предрасполагает к этому. Мой любимый момент – это прийти домой после долгих прогулок и зайти в комнату, закрыться и лечь на кровать в тишине. Короче, да, я очень устала я. Мы много гуляли, физически устала. Уже вечер, я зашла полежать, чуть-чуть поработать над Инстаграмом, и все, это мой день. Сейчас выставила очень эти откровенные истории. Ну, в плане душу обнажила. Они будут сохранены в хайлайте под названием. Вот здесь вставлю под каким названием. Да, если вам интересно почитать, про что там в моем Инстаграм, заходите. Ну, если вкратце, я там говорила про свои зависимости прошлые. Ну, это такое было легкое, знаете, я немного приоткрыла дверь какой-то своей теневой стороны, которая, возможно, не считается идеальной, хорошей. Я вообще не идеальна. Я с огромным багажом всяких штук иду, ребят. Я просто, ну, тяжело раскрываться, тем более большой аудитории, да. Я могу с друзьями, когда я понимаю, что это мои люди, спокойно раскрыться. Но в тот же момент я понимаю, что вы, ребят, тоже мои люди, потому что не зря вы на этом канале, все не случайно. Да, но мне не хватает смелости пока что все рассказать, поэтому я пишу книгу, потому что мне кажется, что так легче. Так легче. Я как бы вроде бы наедине с собой, но это для вас и для себя. В первую очередь для меня даже. Моя терапия. Рассказать свою историю. Люблю я говорить загадками. Около да около. Вот моя теневая страна. Все потом когда-нибудь. То, что смогу, расскажу. Я не считаю, что нужно все рассказывать. Но многие опыт нам дается, чтобы мы потом им делились и помогали другим людям исцеляться. И вот я прям чувствую такую миссию внутри, что вот не зря все это случилось. Не зря вот эти тяжелые времена были в моей жизни. Они точно
Во-первых, я бы не стала таким светом, каким я являюсь сейчас, без вот этого вот дерьма. Да, я только недавно с Аркашей обсуждала то, что вот когда такие штуки происходят, зависимости, ну, у меня много чего происходило в жизни, супер эмоционально, морально тяжелого, и я до сих пор как бы перерабатываю все эмоции и всю боль, которая связана с этим опытом, работаю над осознанием и принятием. Я уже перешла даже в стадию, наверное, благодарности, и в этой стадии как раз я готова делиться. Делиться, потому что когда мы рассказываем свою историю, настоящую историю, мы становимся на самом деле неуязвимыми и суперсильными, потому что вот нас... Ну, блин, Аврорка плачет. Ладно, все, я потеряла мысль. Но мы становимся сильными, да. Вот. Такая фигня в родительстве, что у тебя мозг постоянно... включен. Ты на автомате просто делаешь все действия, которые, ну, типа, рутина ребенка. И у тебя весь день крутится вокруг рутины ребенка. Если у тебя нет помощи, конечно. У нас нет помощи пока что. Но я надеюсь, что сейчас будет няня пару дней в неделю, и мы сможем больше работать. Потому что сегодня я хотела работать весь день, в итоге. Все крутится вокруг этого человечка. Я очень этому благодарна. Ты привыкаешь к этому на самом деле. Я уже на автомате делаю всякие штуки. Типа готовлю комнату ко сну. То, другое, третье, это надо собрать. И мозг так постоянно думает о ребеночке. Ты очень смешно кормишь ночью на автомате. Ой, ночью вообще реально. Сейчас на мне можно показать это цензурно. Вот, значит, лежит Лиза, спит. Начинает Аврора кричать, она просто разворачивается. А я также автоматически беру Аврору и так ее подключаю. Типа Лиза вот так лежит, спит. Потом все. Я не сплю, но я так с закрытыми глазами лежу. Да. Ну вот, да, это я говорила про то, что родительство — это очень-очень много работы. Очень много. Это просто еще одна полная full-time job. Да. Мы уже, наверное, говорили об этом. Это просто для тех, кто... Это для тех, кто романтизирует, я говорю, родительство. Некоторые просто смотрят мои влоги и хотят ребеночка. Я просто хотела все стороны обсудить. Это прекрасно, это, наверное, самое классное, что со мной когда-либо случалось, но просто это очень энергозатратно, и нужно быть к этому готовым. Энергоресурсно. Ресурсно, денежно. Энергозатратно. Ну, ресурсно во всем. Это вообще в ресурс. Да, поэтому мы сейчас эмоции, работаем, да, чтобы разгрузить себя немножко, чтобы позволяли финансы там нанимать и няню, и помощь, и делегировать больше. Чтобы давать больше. Чем больше ты делегируешь, тем больше ты можешь давать этому миру. Это не значит, что мы не будем проводить время с Авророй. Я вообще не могу представить. Я даже сейчас не могу полностью представить, как я буду отдавать Аврорку. Но я буду с ними вместе. То есть это не будет совсем как бы... Я отдаю ее пока что, я просто буду рядом работать, там кормить, приходить. Но мне будут просто помогать физически с ней. Вот там она сидит, играет, а я рядом тут работаю. Да. Короче, мысли вслух про родительство. Я, кстати, рассказала, что мы хотим подкаст делать. Зачем? Это должен был быть сюрприз, нет? Не, ну я просто спросила, типа, напишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Да, почему нет? У нас уже столько тем. Тем много. Да. Надо заказать эти микрофоны. Короче, это сейчас было что-то с чем-то. Я лежу тут, даю правки на блог. Мне принесли Аврорку, Аркашка готовит. И мы с ней ржем просто без остановки. И у нас случился реально контакт. Она смеялась от того, что я на нее смотрела. Я отворачивалась, потом поворачивалась вот так. И она начинала смеяться, и я тоже не могла сдерживать смех. И у нас какой-то новый уровень эмоциональный контакт вышел. Типа она еще больше понимает, что происходит. И это просто так классно, потому что каждый день какие-то новые штуки. Ну, не каждый день, но часто появляются новые штуки в развитии. И я такая, вау, это так гениально! Хотя, знаю, это нормально, но типа... Обычно это норма. Но, да, у меня сносит бошку, когда она начинает больше и больше понимать какие-то штуки. И таким прям человеком-человечком осознанным. Ну, не осознанным. Ну, вы понимаете, о чем я. Понимаете. Ты моя любимая. У нас ужин. Ребят, время сейчас не самое радужное. И мы все находимся в поисках себя всю жизнь. Но нам нужно зарабатывать. И у такой профессии, как дизайнер, всегда есть и будут клиенты. По сути, это всегда будет перспективной профессией в любое время. Профессия дизайнера позволяет соединять творчество и фриланс. Ты можешь заниматься дизайном, путешествуя по миру, просто имея с собой ноутбук и свои скиллы. Я искала что-то новое, бесплатное, просто чтобы попробовать в интернете, и наткнулась на
мини-курс от Udaev School. Сразу же говорю, что ссылку прикрепляю под видео и рекомендую всем тем, кто хочет попробовать профессию дизайнера, начать именно с этого курса. Во-первых, вы научитесь основам дизайна бесплатно, сможете искать и работать с контентом после обучения, сможете создавать анимации для интерфейсов, у вас будет возможность получить личный разбор от наставника с доходом от 100 тысяч рублей, у вас будет чат с поддержкой и общением, и сертификат по окончанию курса. Но главная фишка этого мини-курса, он проводится в течение 5 дней, и из них 4 дня вам будут давать задания. Будет прикреплен куратор, который будет проверять эти задания и давать обратную связь в личном кабинете каждого ученика. То есть ты получаешь полноценное обучение бесплатно. Вдохновляйтесь, залетайте на курс и осваивайте навык, который никогда и никуда от вас не денется и всегда будет приносить вам доход. Переходите под видео, проходите мини-курс. Удачи вам и спасибо большое, Udaev School. Я рада сотрудничать с вами. Доброе утро, мир! Я решила выйти прогуляться. Сейчас 7 утра, и у меня отличное настроение. На улице тепло достаточно и красивый рассвет был. Короче, пойду подышу воздухом. Я решила пройтись быстрым шагом в гору. Здесь, после дома. В такие моменты я вспоминаю, почему у меня это никнейм вообще рано вставать. Блин, такая красота. Она сходила в душ. Аврора, привет. Ты поспала только что? Да, мы съездили с ней в горы. На горы съездили тоже? Да, мы там спали. Круто! Что, нет никак? Нужно на ручки. Сколько раз я тебе говорил, как поднимать ее? Ну, еще, у нас тут кадр. Не вот так, а вот так. Понимаешь, жопа где толстая. Мне уже скоро надо на самом деле выезжать на съемку. Ну, я там и позавтракаю второй раз. Круассаном, наверное. Мы сейчас на пути в Лолиту. Это кафе, где мы встречаемся с фотографом. Я, Аркаша, и Аврора. Закончилось, мы сейчас идем. Аркаше нужно недолго поработать. Я, может, поем опять что-нибудь. Было классно. Спасибо, Саша. У нас будут семейные снимки в какой-то веке. Мне кажется, это наша первая съемка, когда Аврора и Аркаша прям вместе со мной. О, посмотрите, что здесь красиво, как это ресторан называется Holy. Переводится как святой. Холи, нет, как перевести холи, как святое, святое? Ну да, священное, скорее. Священное, священное. Хочу смузи, дай посмотреть, дай посмотреть, дай посмотреть, дай посмотреть. Ребят, какой будем смузи? Я буду кейл блуберри смузи. Аврора? Я дома, я выжатая, как лимон. Мы встретились с ребятами, мы не виделись больше недели, с друзьями нашими. И пообедали, походили немножко по Тбилиси, камбуче. Какой у меня план? У меня план поработать немного и все, почилить. Я еще купила один курс классный и прохожу его сейчас. Инсталогия от Саши Митрошиной, мне очень нравится. Мне еще фотограф передала посылку от бренда одного и посылку от моих любимых... Оу, Москва. Так называется. Это детская одежда, у них расцветки самые классные. Мне прям очень нравится и качество. Сегодня у меня было утро, я одна была в парке, мне нужно было написать структуру своей книги, которую я буду издавать вместе с издательством одним. Сейчас ко мне подъехала
Мисс Аврора. Я рыдала утром, когда уходила из дома, потому что я без нее здесь вообще практически никогда не была, мне кажется. Я один раз выезжала на маникюр, когда был мой день рождения одна. Мне было очень странно. Аркаша сказала: сепарация, сепарация. Я такая: ей всего 9 месяцев, какая сепарация. Но потом было все нормально, я просто поплакала в такси и все. Пошла гулять по парку, работать. Я люблю, когда в доме есть всегда свежие цветы в вазах. Тебе нравятся цветы? Ты мне сегодня подарила букетик. Спасибо. Как раз вот эти уже начали завидать. Как это за... Завидать. На этом мы будем заканчивать наш влог, ребят. Дай. Что дай? Что дай? Я тебя люблю. Пойдем цветы в вазы поставим, а? А, да, еще забыла сказать, астролог у меня будет. Я говорила, что у меня будет астролог. Он будет в следующее воскресенье, поэтому мы только тогда с вами узнаем, что мне скажут. Я не забыла. Я не забыла про вас, я все вам расскажу. Что ты там нашла?